Ядро массой 2 килограмма, брошенное под углом 30 градусов, через 75 сотых секунды оказалось в высшей точке траектории. Какова работа, затраченная на бросание ядра? Для начала запишем данные. Масса М равняется 2 килограмма. Угол альфа равен 30 градусов. Время Т равно 75 сотых секунды. Найти работу А неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Работа А равна кинетической энергии в начальный момент времени. Кинетическая энергия Е равна произведению массы на скорость в квадрате, деленное на 2. Эту формулу нужно знать. Спроецируем начальную скорость V нулевое на оси OX и OY. Рассмотрим треугольник OAB. Это прямоугольный треугольник. Напишем синус угла альфа. Синус угла альфа равен отношению противолежащего катета на прилежащий. Противолежащий катет – это V нулевое Y, деленное на гипотенузу. V нулевое. Выразим отсюда V нулевое Y. V нулевое Y равняется V0 на синус альфа. Рассмотрим максимальную высоту, где проекция скорости на ось OY будет равна нулю. Тогда скорость VY в точке C будет равняться нулю, так как это максимальная точка подъема. Напишем уравнение для скорости по оси OY. VY равняется V нулевое Y минус GT, так как ускорение свободного падения направлено вниз. Тогда в нашем случае у нас получается, конечная скорость VY у нас будет равняться нулю. Получается 0 равняется V нулевое Y минус GT. Подставим сюда V нулевое Y, которое мы получили ранее. Получается 0 равняется V нулевое синус альфа минус GT. Выразим отсюда V нулевое. Тогда V нулевое будет равняться GT, деленное на синус альфа. Тогда работа А будет равняться МВ нулевое в квадрате, деленное на 2. Подставим сюда В нулевое, которое мы получили. Тогда у нас получается М, деленное на 2, умножить на ЖТ, деленное на синус альфа. И все это в квадрате. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 225 джоуль. Запишем ответ. Работа А равна 225 джоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.